Всем привет. Нет, портмоне. Карточка, да. Всем привет. Собрались мы с Сашей к врачу. У нас еще все тот же день продолжается, но новое видео. Роман облепил папу там, не дает ему. Говори привет, ребята. Привет. Все, поедем к врачу, на почту, еще там кое-куда. В общем, берем вас с собой. Детей оставили. Че? Детей оставили дома? А это чье? Дед руки передал. А, я тут уже шпага, я думаю, что за шпага тут лежит. Я ее забыл здесь вообще. И этот. Еще шпаги нам не хватало, голову еще отрубить. Он может, этот хулиган. Ой. Сейчас машину открою. Дождик. Дождик капает. Детей, в общем, оставили дома друг за другом смотреть. Сами поехали. Так, не хотел нас отпускать, но мы смылись. Давай, оставайся с братом. Собираемся же к врачу. И, блин, так мусорки поставили. Рядышком прям. И Саше говорю, бери больничный на подольше. Ну, там можно доктору сказать, что ну, болеешь еще, что это. Или можно сказать, что ты уже все нормально и тебе... В общем, больничный дальше не продлят. Я говорю, бери больничный на подольше. Говорю, не этого. Нет, мне надо на работу. Там никого нету. Он стоит сейчас. Видит. В общем, не хочет ни в какую он брать больничный. Говорит, завтра пойду уже на работу. Мне уже немножко получше. Так что, Александр. Я тут жалуюсь, что ты не хочешь брать больничный на подольше. Хочет на работу идти ребенок. Человек никакую не хочет дома сидеть. Я не хочу, надо. Понимаете? Надо ему на работу. Мы его настолько достаем дома, что он хочет свалить от нас. Это по твою душу пикает. Пристегнуться тебе надо. Вот так вот. Дождь, сыро, мокро, нехорошо на улице, в общем. Плюс 16. Нормальная погода. Ну, дождик. Чисто немецкая погода. Да. Немецкая погода. Ой, ты же любишь на велосипедике ездить, а на велосипедике не поездишь. Да, на велосипедике сейчас не поездишь, конечно, это факт. Ну, еще и ты больной. Да? Или все равно бы поехал на велике? Не знаю, Маша. Отчаянный человек. Если бы дождя не было, можно. Если можно и в дождь ехать, в принципе. Угу. Если знать, что он не сильно сильный. Не очень хорошо в дождь ехать на велике. Я недавно покаталась в дождь. У тебя крыла нет, потому что... Крыло это другое. Снял у меня крыло, я приехала, у меня вот так вот голова в капюшоне была. И до самой попы джинс вот так, в общем, как сидела, вот такой след грязи, прям такой слой хороший. Мои елки-палки. Так, вот он... Не покупаешь крыло, видишь? Он себе не хочет выписать крыло. Залезть. Я ему сказала, я говорю, давай я тебя выпишу. Он говорит, мне надо там какое-то покороче, по что-то это, такое-то, такое-то. Я говорю, в общем, значит, говорю, залезешь сам и сам купишь. И сам он не залазит и не покупает. Просто взял, снял мое крыло и себе поставил. Так проще простого. А Настя без крыла. Да? Да. Мне надо. Ему всегда надо. Настя должна за него сделать. Вот так. Ладно, в общем, едем сначала мы на почту, посылочку надо отправить, а потом дальше. Высадила Сашу возле врача, припарковалась на Эдеке, иду сейчас к нему. В Эдеке я вообще была, наверное, за всю жизнь, раза два, наверное, или три максимум. Но и то так, проходом быстренько что-то схватить, сколько я здесь в Германии живу. Ну, возле нас рядышком нету, да? А так специально сюда ехать, тут говорят цены, что
ну, дороговато, да? Это примерно сравнить с тем, что как Реве, наверное. Ну, и продукция у них похожая, по-моему, насколько я знаю. Сейчас я, в общем, припарковалась, пойду к Саше схожу. Посмотрю, как долго ему ждать, потому что, когда мы приехали... О, смотрите, старые унитазы, смотрите, какие были. Надо же. Какой... Я думаю, это унитаз. Раковина. И там, наверное, писсуар такой древний. Прикольно, слушайте. И, в общем, когда мы подъехали туда к врачу, там было очень много народу на улице стояло. Не знаю, как ему долго придется ждать. Сейчас, если долго, то я, скорее всего, поеду, съезжу. Смотрите, как красиво. Поеду, съезжу, отвезу блузку, ту, которую я в тот раз хотела отвезти, сдать назад, и так и не сдала, она со мной катается. Вот так вот. Ну, не знаю, если быстро, то тогда нет. Но я думаю, скорее всего, ему придется подождать как минимум час, потому что у них там всегда очень долго. Здесь вот греческий ресторан, по-моему, Сиртаки, да, греческий. Смотрите, он мне так нравится, я как-то вам его уже показывала. Но мы там не были никогда. Надо будет как-нибудь сходить, будет повод, сходим. Все собирались как-то, то одно, то другое. Тут вот такие немецкие пивные, всякое такое. С той стороны тоже. Там вон очень много народу стоит. Вот там вон вдалеке. Там как раз таки я, вон я вижу, Саша, по-моему, на улице стоит. Они ждут врача. Я думала, куда ты встала? Что, долго? Ну, сказала, да, народу много. Да. Когда это, в Арт-Сима пустая, вообще никого нет. И что, сказали, на улице ждать? Нет, я сам сказал. Я на Эйдеке аж стала туда. Ого. Я же тут проехала, там есть один узенький такой парпляц. Да, и сзади там этот машина сзади меня, мне прям заморгалась все, знаешь, что этот, я и хотела за этого за паркануться хотела, и она мне начала мне моргать там, что давай быстрее, типа, не втерпешь. Ну и я проехала туда на Эйдеку. Вот так. И я теперь думаю, если тебе долго ждать, у меня там один пакет есть, который на надо. Себе. Не на почту, в это в Лёрт-центр. Этот, я хотела рубашку сдать назад. Окей. Может, думаю, съезжу быстренько, как раз ты пока место ждешь. Или тебе надо компанию мою? Нет, если хочешь съесть. Да. А где здесь кофе? Есть где-то рядом? Представляете, собираюсь уходить, и через балкон ему кричат «Херборн». Он такой собрался к врачу заходить, а ему говорят «Не-не, нате, больничный». Ему через окно, через балкон подали. Больничные стали просто печатать на бумажке. Да, раньше вон они давали розовые, там этот, как желтые, да? А, нет, розовые были. Рецепт желтые. Наоборот, желтый это этот, больничный, рецепт розовый. Ага. А сейчас просто напечатают на бумажке обычный лист, этот, А4. Ну, просто распечатали и все. Без всяких даже не цветной. Обычный лист, да. Да. Ну и, в общем, взял он только на 2 дня. Мой работник. Думаешь, медаль дадут? Да, ну. Но от вас отдохну, скажи. Да, Саша? Ой. В общем, едем дальше тогда. Ресторан я как-то показывала греческий, и мне просили, говорят, сходите как-нибудь туда, интересно. Хороший. Я говорю, мы сами хотели как-нибудь сходить, а потом у нас то одно, то другое. Ну и я вообще думала, что мы, может быть, на Сашин день рождения пойдем, но у нас там обстоятельства были, мы не справляли. И вот так мы и не попали, как-нибудь сходим. Так, да, Сиртаки. Дороговато, правда, чуть-чуть, но очень хороший город. Ну, можно иногда сходить? Мы же не каждый раз. Какой-нибудь праздник будет, сходим. Я, кстати, скоро пойду же. Куда? Why not fire?
А, да, пойдешь? Да. Все, так куда? Надо посмотреть, на бумажку подписать, она у меня в рюкзаке лежит. Они теперь разделили, сделали. Детей не берете с собой? Нет. Это я Ромку бы тебе с собой. Ай, не смейся. Спина так болит, капец. Надо же такое, такого не было еще никогда. После болезни спина так болела. Ну, у меня тоже, у меня ломит, и поясницу ломит. У меня мышцы какие-то от этого. А, на 4 разделили, теперь не все вместе мы пойдем, наш этот ремонтников отдела даже. А на 4. Получается, на рождественский праздник с фирмой. Да, раньше кто-то не попадал постоянно на праздник, потому что смены были. А сейчас они сделали 4 термина, короче, 4 разных дня. И все попадают, в общем. Ну, как бы не все вместе зато. И мы только будем, только наша смена, больше никого из нас не будет. Наша. Так у вас сколько человек? Трое человек будет, что ли? Нет, там будут с других отделов тоже люди. Так будет мало. У нас в общей сложности 250 человек, что ли, всех, которые сюда приходили. А сейчас, считай, на 4 разделили. И в некоторые дни их будет как бы больше намного. Когда они все идут, основное количество. И потом вот мы, и получается, что ну будет человек 15-20, наверное, не больше. Классно. Саша, какие машины? С одной стороны, плохо, что не все вместе. Ну, а с другой стороны, все свои, да, практически? Ну, в любом случае, там все свои. Как бы, большинство. Бутылочки. Знакомые. Сашка раньше работал у нас на минералке, минеральный завод. И нам вот эти все бутылки, эти, как они, ящики, это все такое родное, знакомое. Такое все знакомое. Вот так. Бегу, оставила Сашу в машине, решила в парк-гараж, как подземный гараж, вообще не заезжать. Поставила там, как попало, машину, Сашу оставила там. И бегу, говорю, посиди, я говорю, быстренько сбегаю. Сейчас быстро сдам рубашку. Ну и потом поедем мы с ним дальше. Сажу вам немножко. Еще раз хаунтаем зайду. Так, это хаунтинг. У меня кроссовки пищат. После мокрого зашла. Покажу вам немножко торгового центра. Так, если я здесь спущусь. Вот так делаем. Еще надо теперь найти его, где он находится, этот онли. А, все нашла, все правильно. Не надо спускаться никуда. Вот он. Все, отдала рубашку. Избавилась наконец-то от груза. Так, все, теперь едем дальше с Сашей. Саша теперь по делам нужно. Я с ним Костиком. Сиди, ждет меня. Александр. Что, долго я? Нет. Нет? Быстро? Нет. Ехали с Александром в Медиамаркт. Подбила его. Говорю, поехали. Вон, там только что проезжали, авария такая, мотоциклист случилась. Скорая проехала, теперь полицаи. В общем, загорелась Анастасия Викторовна пылесосом, роботом-пылесосом. Опять все, она что-то в голову себе вбила, уже все это. Оказаться нет возможности.
В общем, захотелось мне. Мне аж приснился сегодня этот робот-пылесос. Ну, то, что я, может, там смотрела в интернете. Я говорю, поехали посмотрим. Ну, что-то это. В общем, захотелось. То я как-то одно время от них прям отнекивалась. Думаю, да нет, они нам не нужны, зачем он мне нужен? А сейчас что-то прям захотелось. Приспичило называется. Все, пойдем посмотрим, есть они здесь вообще, нет. Ну, мы обычно всегда в медиамаркт только ездим. Ну, как бывает ли? Редкие исключения, что мы в какой-нибудь другой электронный магазин заезжаем. А так, в основном, всегда только в медиамаркт. Это у нас постоянная какая-то, если техника, то в медиамаркте. Ау. Мы за пылесосом приехали. Он бы, наверное, не согласился. Он любит медиамаркт. Yeah. Да. Ну, электронный магазин. Ты всегда здесь найдешь себе развлечение какое-то. Колесе, видишь, вот такое колесо еще на могиле купить. Зачем? С мотором. Еще одним. Можно сделать его в два раза быстрее начнем. Ага, чтоб ты как на мотоцикле на нем гонял, что ли? Ты и так гоняешь на нем сильно. Сколько он стоит? Я вот хочу. Не стоит цена? Пойдем. Думаешь, дешевле, чем ты? Вот он стоит сразу. Вот там. Сколько? 500. Стоил 700, типа. А сейчас 500. Какой-то. Диэлбот. Вон, 1000, стоил 1200, сейчас 1000, с камерой какой-то. Они, наверное, все с камерами, да? Ну, они же смотрят куда-то, да, куда ехать. Он с камерой, он. Но он же должен смотреть, куда он едет. Нет. Сенсоры или что? Сенсоры. А, вот, смотри, более-менее подешевле. Ну, что-то они какие-то некрасивые. Тебе надо еще, чтобы фентибобельный был? Мне надо, чтобы он хорошо сосал и мыл. А, и мыло еще? Да. Вот, смотри, за 700, а стоил 1150. Равента какой-то. Вот, смотри, 400 почти стоил, 250. Грюндик. Это не смотри, сколько он стоил, это все дурилово. Ну, это понятно. Мне главное, чтобы он хорошие у него были эти... Как это, ваты или как это называется, чтобы они хорошо сосали, чтобы мощность такая хорошая была. Вот еще, смотри, стоит. Какой огромный он. Вообще за 1159. А, вот с этой стороны, смотри, сколько их тоже. Ой, сколько их, оказывается, тут. Вот он, аэробот. А Дайсон пойдем посмотрим. Ну вот или Дайсон. Ну Дайсон я не хочу, потому что это самому надо пылесосить. А я же ленивая. Ну вот такой у нас есть, только у нас от Bosch, да, он какой-то, ну наподобие. Я тоже, кстати, а вот как Грюндик такой же у нас Bosch, вот этот серый, почти. Я его тут и покупала, кстати. Когда-то. 6 лет назад, да, Ромка, когда родился, я его покупала. Он уже у нас устал, бедный. Плохо пылесосит. Ну, там, бошевские всякие. Это одно и то же или что? Да, это Хенги, которые выпускаются. А. Samsung. Xiaomi. А, Xiaomi у Давида, да, телефон. Да, телефон. Да. Второй же. Но это, а это этот Клатроник. Дешевый. А я говорю, посмотрим этот Дайсон. Дайсон вон там отдельно стоит. Да? А, вон они впереди точно там стоят.
Ну давай посмотрим вот эти. Надо определиться сначала, какой мы хотим. И за сколько мы хотим. Ну сломай теперь все здесь. Они на магнитах или что? А вот они Дайсоны, да. И цена. Ой, какой малюсенький. Смотри, какой маленький. 400 евро такой. Машинец. А этот 550. Сколько у него ватт там эти мощности? Прикольный этот вес. Ты что, ты теперь не хочешь робота-пылесоса? Это теперь. За 400 есть такой Дайсон тоже какой-то. Ну, в общем, Александр запал на Дайсона. Ну, я вижу, что ты уже его... Опс! И все. А тут еще и Дайсоны сразу лежат. Плоечки. Утюжок 429. Фен 429. Тут фен вот этот 539, и тут насадки еще к нему. А вон еще Дайсоны стоят, пойдем посмотрим, Саша. 555 Дайсон. Короче, чую, я накрылся мой робот-пылесос медным тазом. Саша, по-моему, Дайсон купил. Я не знаю. Я думала, робот будет у нас. Ну ладно, выберем, потом подключусь, покажу вам, что купили. Что-то разобрал там уже? Да. Там робот от Дайсона, прикинь, есть еще. Сейчас я соберу. Кнопочку можно нажать, чтобы он... Она вот тут. Ну, впереди кнопочка. Робота Дайсона 555, смотри. Такой здоровый такой. Ну, он не заедет ни под диван, никуда. Так они все под диван под наш не заедут. Дух заедут. У-у. Заедут. С боков заедут. Под низу нет, с боков заедут. Такой широкий. Вот даже этот с боков заедет, я думаю. Вот так он маленький, но сильно высокий. Смотри, стоил типа 1000. Mm-hmm. Тоже управляется. Они все, наверное, управляются с телефона, да? Можно их управлять. Что здесь стоит? Ну вот он тоже моющий, Саш. Вот этот. Видишь, стоит. Что он и моет, и пылесосит, и моет. Они все сейчас, по-моему, идут такие. Мы вышли. Заходили бы светло. Ой, блин. Порожек. Порожек. Подсвети мне. Дай мне свой телефон. То людям неприятно так смотреть. Сейчас, подсвечу, подожди. С подсветкой. Сашка у меня работает подсветкой сегодня. Нормально. В общем, выбирали, не выбрали. Мы не сориентировались. Короче, чем дороже, тем лучше он оказывается. Как всегда и все. Да. Практически в этой жизни. Мы думали, купим за более нормальную цену, но не в этом магазине точно. Посмотрели там, короче... Хороший пылесос, который будет нормально работать, стоит 700 и до 1000 и больше, короче. В общем, мы решили посмотреть в интернете, какие варианты есть, что лучше, тогда, может быть, купим. Сначала надо понять вообще, как они работают. Мы только дошли сейчас, как они работают и... Мощности там. Да, как такой. Они вот это, насколько хорошо они пыль, в общем, затягивают, засасывают. И там у них данные написаны, а мы же ни хрена не знали, как на это внимание обращать, в общем.
Будем смотреть еще. Так что мы будем искать в интернете. Саша Дайсон посмотрел, понравился ему. Там самый маленький такой, вообще хороший был. Вот поворачивает под, ну, под столами. В общем, если не найдем робота, тогда купим Дайсон. Да. Вот так. Все, едем домой. На сегодня мы с вами попрощаемся. Увидимся завтра. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. Да, пока-пока.